Решила похвастаться. Мы сегодня ходили в Лидл. Вот у меня тут так некрасиво вообще. Я все не могла по цвету подобрать. И мы пришли в Лидл. И вот там такая манта. И сейчас я ее положу. Она всего 20 евро стоила. Дайте, Васенька. И может быть тогда Леша будет там на этом месте сидеть. А то он постоянно тут мне занимает место мое. А когда мы ее покупали, он говорил, что он будет вот там лежать, отдыхать. Я не любил это место, потому что из этого окна дурацкого дует. Ну так сейчас-то ведь не дует. Сейчас-то ведь тепло. И может вот сейчас, если вот этот... Она такая мягонькая, такая вообще, такое мягкое. И как раз по цвету вот подойдет. А не то, что тут такая дрянь полосатая лежит. Вася! В общем, мы сегодня ходили в Лидл, и я сделала ошибку. Лёшу не накормила перед тем, как это войти в магазин. Мы набрали столько продуктов, что еле запихнули в это. Нормально. Холодильник. Так, а моё мнение такое, что в последнее время я с ума сходил, и я набрал столько продуктов. Из-за злости на мою жену. Потому что у меня из-за того, что она все время мечтает худеть, у меня холодильник в течение месяца будет все время пустой. И когда я туда лазил, мне было страшно в него смотреть. Сейчас будет смотреть в него приятно. Вот сам все это и будешь есть. Все, что ты набрал. Он, в общем, там набрал каких-то орешков, каких-то конфет, вообще всякой муры. Дайте, Вася. Вот так. Сил у меня, конечно, это снимать не было, потому что мы еле это домой приперли, я уже все это в холодильник распихала. Вот так вот. Такое? Сейчас постелю и посмотрим, как будет смотреться. Ну, я думаю, так получше стало. Получше выглядит, чем раньше. Ну, такого же точно цвета, конечно, не найти. Ну ничего, так тоже красиво, мягонько так. И вот тут приятно сейчас будет лежать. Может, если сейчас приятно будет лежать, так Леша будет тут лежать, а не лезет на мою сторону сюда. Это моя сторона тут, твоя вот здесь, Леша. Замуром. Все равно ты меня туда не пустишь, потому что ноги расставляешь на месте диван. Нет, если ты вот тут вот так ляжешь, у меня тут ноги это влезут. Диван делим все время. Как дети. Давай. Как дети. Ой, Леша набрал шоколада, конфет, булок всяких. Конечно, ему можно жрать. Тебе тоже все. Две коробки этого. Мороженого. Да. Да я залезал вечером, хочу что-то съесть и не могу, блин. Сразу. Среди я ты дрёбаный. Теперь быстрее. Мы приехали в Калею. К врачу. Ну так как были пробки, мы опоздали на 15 минут. Не знаю, что теперь будет. Все будет нормально. Я иду в легкой кофточке, Леша идет в куртке. Ну и что? Так что вот, меня спросили, почему одни в куртке, а другие в шортах. Не знаю почему. Градусов 19 сейчас. Потому что вечером холодает. Ты напугала бедного старикашку. Бедного старикашку напугала. Это мы находимся в Калее. В данный момент. А что тут так сладким пахнет? Так вкусно пахнет тортиком. Сейчас. Не знаю, может он торт там будет. Милая моя. Так. Нет. Какая красота, Калея. Да. Только здесь вечный топ.
школа плавательная там. Клиники находимся. Вот такая клиника. Вот забыла, как называется. Креугрок, вроде так. Вот смотрите, это муниципальный бассейн на открытом воздухе. И там ребятишки тренируются. Видите? Не знаю, вон плавают. Не холодно. Не знаю, мне так холодно. Даже смотреть на них холодно. Ура. Так, все. Сходили удачно. Все хорошо. Сейчас, может быть, еще с тобой. Ну, это можно забежать. Не, а пошли домой. Не, сейчас зайдем в коридор и посмотрим плиты. А, пошли. Зачем Медиамарт такую даль тащить? Смотрите, вот этот дом похож на русский, да, ведь? На этот, на панельный, смотри, на наш дом похож. А это, конечно, не похож. Немчи, я панельные дома, для меня это как... В общем, Лёша все, и рентген сделали, и все, и сделали одним разом. Не, еще сделали, сразу, кореографию и все. А кореография что такое? Это аппаратом владели мне по ноге и смотрели мои вены. А, у Лёши профессиональное заболевание водителей, варикозное расширение вен. Да. И я... Это все водители этим страдают. Варикоз. И должны делать операцию, да? Ну, 43 года. Нет, это потому что надо было шевелиться, а не сидеть все время. Надо было плавать, ходить в бассейн. Да. Вот если бы ты бы спортом занимался, ничего бы у тебя бы этого не было. И поменьше бы курил. Еще вот это, Леша, еще то, что ты столько куришь. Надо завтра позвонить нашей подружке и Жерону, а завтра наконец последний день хороший. Мои почему дела завтра последний день хороший? Чего ты болтаешь? Все дни хорошие. Мне этот Ситроен нравится красный. Такой же, как у меня. Вон его так. Так там цена не написана. Там же не написана цена, а только что продает. Нет, мне вот эта наклеечка нравится даже. А что это вдруг тебе красная машина стала нравиться? Ты же сказал, что тебе не нравится красная машина. Ой, какие хорошенькие. Ну подожди, что тебе жалко? Ой, маленькие киски. Ой, такие одинаковые. А ты смотрите, красавцы такие. Их тут кормят, видимо. Они тут кс-кс-кс. Побежали. Вон, точно их там кормят. Вон они. Дядя этот их кормит. Хороший дядя такой, видите. Кошечек кормит. Леша, какая тебе разница? Ой, смотрите. Ой. Такие котяточки много, такой тут голубоглазый такой. Как Васенька такой же. Ать! Испугался. Вот у них там домики. Вон он им там домики сделал. А и ты на сука ситости.
Устеда Камида Сибра Элис. Кевиен. Чино, мамо. Кистудо. Тудо с бибанаки. Чино. Побритос. Тудо с бибанаки сестас гатитос. Estas gatitas todas viven aquí. Sí. Estas casitas. Bueno, viven aquí en todo esto. Viven aquí en todo esto. En todo este sitio. Pero ahí está la comida y todo eso. Sí, sí. Para que no se le moje la comida, el agua y todas estas cosas. Sí, bien. Lo que hay. ¡Chino! ¡Vamos! No, так что в Испании тоже есть люди, которые заботятся. Вот он даже там им домики настроил. Лёша, посмотри, он там такие домики настроил этим кошкам. Это его собачка. Это, ну ладно, я пошёл прятаться. Не рассчитал свои вопросы. В общем, мы поехали к Андрею, да? Ну да. Встречаюсь, а женщина моя, важно, кто меня любит, что я тебя одну люблю, все для тебя. Вот тут вот в колее все здорово, но только вот одно плохо, что на пляж, вот там видите море, надо вот переходить, ну тут специально есть такие переходы, вон там видите впереди переход, вот надо переходить. Через железную дорогу, вон тетенька пошла, девочка. Как уже такой красивый закат. А, да. Понятно, блядь. Леша не выражает. Я не включил буду, блядь. Извините, я не с вами, я с электроникой. Так, куда идем? Сейчас ждем, я назвоню. Куда идем мы с пятачком? Я здесь, на углу, на твоей улице. Большой-большой секрет. Да, на пляже стою. Мы стоим на пляже. Давай, мы навстречу пойдем. Сейчас посмотрим, что они там за флаги навесили. Пойдем, дай встречать, они сейчас выйдут. Сейчас все будет снимать. Видите, как он мне ничего не дает снимать? Да, Ильяс, узнаешь дверь? Да, он тут красил целых две недели. Да. Ну, конечно, заходить не будем тут. Это у Андрея квартира там. Чави, бонес. А визитара я с вами зовут компанию. Нету. Очков, смотрите, какой красивый этот. Мы тут сели кофейку купить. Красивый фонтанчик. Надо будет вниз. Надо будет, чтобы вот этот балкон сейчас пустой. Налетай на картошку. Что нам дали? Вот эта курочка, вот это патата браво. Вот это крокета. Крокета. Домашняя. Да, ну, и кока-кола. Ешь это, пока я, блядь, не снял. А то тут около Лёши поставили и 2 секунды, и ничего нет. Как раз 8 штук. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Каждому по 2. Каждому по 2, понял, Лёша? По 2 надо. Так что давайте свет выключаем. На патату браво. У нас было еще первый. Ну вот все хорошее заканчивается. Мы поехали домой.
Пусть нам музыка.